подписчики и друзья! Сегодня хочу приготовить котлеты на пару. Я бы не сказала, что они диетические, но они довольно легкие получаются за счет того, что мы добавим капусту и лук. Ну, лук мы всегда добавляем в котлеты. А вот капуста сделает их сочными и прибавит вкуса. Я взяла примерно 800 грамм фарша. Это свино-говяжий фарш. Если по какой-то причине вам не нравится один из ингредиентов, его можно заменить. То есть, любите свинину, делайте свиные, любите говядину, делайте говяжьи. На ваше усмотрение. Капусты. Ну, грамм на 200, совсем чуть-чуть от кочана отрезать. Две средние луковицы, одно яйцо. Капусту и лук порежем так, чтобы это все влезло у нас в блендер. Так, складываю в блендер капусту и сюда же закидываю лук. Все это перемалываю. Так, все должно получиться довольно мелко. Сюда сбрасываю фарш. Он у меня крупно помолот, поэтому я его чуть-чуть еще домолю. Если бы фарш был нормально мелкий, я бы просто поменяла насадку и все это перемешала хорошо. Складываю фарш и обязательно в это время солю и перчу. И все перемешиваю. Теперь все выкладываю в чашку. И добавляю одно яйцо. И еще раз хорошо руками все размешиваю. Никакого хлеба, ничего больше добавлять не стоит. Капуста выполнит эту роль за всех. Все хорошо перемешиваем. Ну и теперь делаем следующее. Ставим кастрюлю для мантоварки. И пока вода закипает, смазываем маслом сами листы, на которых у нас обычно варятся манты. И будем делать котлеты. Берем небольшой кусок фарша, чтобы влазил в руку. Отбиваем его слегка, формируя тем самым котлетку. И укладываем в мантницу. Так, все котлеты складываем. Отбить нужно обязательно, иначе распадется котлета. Ну и как только вода у нас закипела, ставим наши котлеты. Накрываем крышкой. И в таком положении они у нас готовятся минут 30-35. Вот такие котлетки в итоге должны получиться. Вот такие своего рода диетические котлеты получаются. Они очень вкусные, потому что капуста и лук придают им вкусность. И за счет их же они очень сочные. Если делать такие котлеты без капусты, то лучше тогда добавить лук побольше, иначе они будут суховатые. Спасибо, что были со мной. Приятного аппетита! Готовьте вместе с нами и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!